У нас примерно 2 часа есть. Ну, блядь, нам не светит, конечно, ничего. Ну, я не знаю, если только менять. Ну, 8 боссов. Блять, а заскринил кто? 8, да. Заскринил кто-то с сурка дамаг, чтобы потом глянуть? Да. 240 вроде бы. Ебань, ну, я на конце смотрел, 230 с копейками был. Да, я знаю, что 230. Я имею в виду каждого человека, чтобы глянуть, кто как давал. Так, вот эту хуйню, где он? Покажите мне, где это кольцо лежит. Такой наивный. Покажет тебе. Ну, я уже нашел. Хули вы думаете? Все, я скрин, дискорд кину. Ага. Ну так, чтобы примерно. Ну понятно, что вот Киртл, там, Керус, Рарник, все нормально, допустим, Апсина там. Просто есть те, которых подтягивать нам, ну там вот 10к там. Для фула это мало, для 8 боссов. А демона нет, наверное. Поэтому. Да и демон особо бы не дал. Ну 5000 бы прибавил ДПСа. Ничего, все равно. Типа, в теории профа можно захуярить, но нужно там так филигранно играть. Прям, чтобы никто не сдох, там надо, блядь. Пиздец стараться. Ну я бы сказал, проще Сендру убить. Да не, блядь. Ебать. Не-не-не-не-не. Мне кажется, на Сендру ДПС. Тебе кажется, поверь мне на слово. Сендра изи, ее в 2 тела можно убить. Да, блядь. Не-не, Сендра. Ну ты смотри, вот. Оба танчущие половина, ага. Ну это тактично, босс. Тактичный, ну понимаешь, что все во взлетке упирается. Если у тебя 3 взлетки, то ДПС нужен, блядь, 280 минималка. А тут 45 тысяч не хватает. Это дохуя. На Лану то же самое, ну, около 280 надо. Не, там в теории. Лана тут самый тяжелый для меня был. Там в теории даже 260 можно, но это надо, чтобы и только РДД раскусывались, и чтобы никто не сдох, блять. И чтоб прям вот укусы, когда люди передают, не 3 секунды, 5 бегали там, а передали сразу, вот он превратился. Да, второй самбар. Угу. Ложитесь сразу, да. Там, даже не хильте. Танки, вот к вам вопрос. Вы чем думаете, жопой? Объясни. Танки, ну, не агрили. Ну, а по кто? Крайней мере, я не агрил. Ну а кто это сейчас агрит? Вот трешевоз стоит. Танк, блядь. А при чем тогда танки? Ну танк, блядь. Вставай спиной, сдыхайте. Бежим. Че, охуенно бегать сначала инста, блядь? Вот смотрите, вот, блядь, вот когда я танчу, вы такую хуйню видели когда-нибудь, блядь? Две собаки, вайп, блядь, весь рейд лег. Че это за хуйня? Вам весело, блядь? Не, ну когда танчил ты, вроде бы две собаки было тоже один раз. Ну, когда рейд, ну, готов к этому, блядь, мы не готовы к этому были, блядь. Мы просто не, сдохли, ну, все. Человек просто про Лану там услышал, что-то говорят, думает, смотрите, да, смотрите, я, час одного удара. Я к чему это все говорю? Вот вы, собаки две штуки есть, да, они идут, одна подходит к краю, где вот мы через ворота на них смотрим, и потом вторая подходит, они по очереди подходят. Берете одну, любую, и ее сразу заводите сюда, вот где эти петухи стояли маленькие с большим. И заводите сюда, чтобы, ну, рейд с одной собакой бился. Там ханты отправят петов, локи отправят петов, и мы все сдохнем, блядь. Ну, не держите ее в проходе никогда. Ну, в принципе, нормально поставили. Да, я видел, нормально, две собаки пришло и разъебало рейд. Блядь, охуенно, всегда бы так ставили. Ребята, блядь. Сейчас, ну, подбегаем. Вообще не даже... Я вот танчил даже поближе, и собака не агрилась. Потом. Это как бы минус 5 минут. Ну, не знаю, если быстро забафаться, минус 3 минуты. Вот подбегайте сюда, ставьте рыбу. Вот я подбежал, блядь. Весь рейд сдох. Вот не вижу где. Иштар, Киртал, мемочка, лазерный. Быстрее бегите сюда. Иштар лагает, наверное. Вот ставьте рыбу. Рыбу тут поставить? Может, перед боссом лучше? Под боссом. Ну, да. Блядь. Ну, не знаю, типа, если мы собаку... Давайте вонючку первую убьем. Там они зыбки откатятся, все. Короче, где там собаки? Сейчас какая одна подойдет, ее затягивайте сюда, вот где все стоят. Ну, прелесть должна идти, походу, первая. Да, прелесть идет. Уйдите все, кроме танков. Вот, идите танки, вон, нагрите этих петухов мелких. Вон, прелесть идет, ее сейчас стяни, кто там. И сюда веди. Давай я лучше заберу. Давай, и сюда сразу заводи. А вы там на лестнице встаньте сюда под прелесть сразу. Подбегите сюда ближе, вот в тапок великана этого. Под собаку встаньте. Ребята, блядь, ну просто повнимательнее, хуй знает. Это же не прикольно вайпаться, бежать сначала инста на трэше. Вот сейчас в конце коста гнев небес.
Вот, и все, и нормально. Это, видать, не было гнева небес, убило приста. Прист, если что, уход в тень нажимаешь. Щиток, если уешишь мобов. Вот минус один уже дольше бить. Я бы вообще всех РДГшников под босса вот согнал. Вот истребление, гнев небес. Все, никто не сдыхает. Еще, наверное, одно будет. Вот каст истребления сейчас будет. Готовим гнев небес. Гнев небес. Рисуйте. Креста. Ведите собаку. Я вон демку врубил, гляньте, что происходит. Ну, типа... Да, понятно. Ну, думаешь, мы тебе не верим? Все понятно. Все, давайте. Фулл ДПС по собаке. Первую незыбку Мордонец. И вместе с ним будет гимн ХП читать мемочка. Мемочку не щитуй пока что. Когда будет каст истребления, где щит дашь, чтобы гимн ХП прочитался побольше. Давайте готовимся. Щиток, гимн ХП, незыбка. Давайте. И на второе истребление побольше ДПС отдайте, прожимки какие-то, когда боссы откатятся. Значит, вторую незыбку Тиркос настакивай. И гимн ХП Зеллиан будет давать. То же самое, щиток на ней пока не кидай. Сейчас будет каст, кинешь. У меня 10 секунд, когда есть. Ну тогда молимся, хули. Нормально. Есть сейчас незыбка у тебя, да? Есть. На третий каст дашь. Ну и там, в принципе, я думаю, добьют. Ну килай, дашь на хп. КБ. Тогда просто хилим. Похуй. Ну, нормально. Две собаки можно убить, но надо, видишь, надо уверхилить мощно. Сзади танки словите. Это вторая уже вроде ловушка. Он еще моб спрыгнул. А вы уже ловушки бьете? Ага. Я еще на собаке пелорвай. Ну если там есть тут ДКшник, если ему надо еще спросить. Пошли на тухлого. Через задержка. Так, как бы тут ебануть-то получше? Надо сбежаться на спор, наверное, да? Под босса дать прожимки. Свежевателя дайте, да, скажу. Сейчас еще одного свежевателя притащу. Вон, грипните там кто-то. Курюк, грипни. А, или вы так добьете? Вон, исследователь чумы еще есть. Грипните его сюда, к нам. Ну это я его тащу. Грипайте, ДКшники, у вас же есть притяжка. А то полгода рейд туда-сюда бегает. Так, я давно уже не бил пугарейдом эту парашу. Как получше сделать, чтобы мы не сдохли? Там все так же. Надо всем под босса встать, словить три споры и потом разбежаться. Урона очень много пройдет, не надо. Ну, если незыбку дать, может. Незыбка плюс. Прям все равно больно. Так, у тебя что до гимна? Сколько это? КД? У меня 6 минут. Блять, хуёво. Я бы предложила нормально побегать по-человечески. Да, давай побегаем по-человечески, пока гимны КД. И Геру я предложу на второго засейвить, он попротивнее, на мой взгляд. Я не Нет, там здесь может ДПС не хватить, надо тут в упор будем прям бить. Лучше здесь Геру сдать. Там не упадем мы? Рыбку пока кушать. Посмотрим, упадем, зайдем, возьмем квест еще раз. Не, я имею в виду, этот-то не умеет. 100% убиваем, а там можно от взрыва упасть. Там нельзя от взрыва упасть. Там только дебил от взрыва упадет, который будет на месте стоять. Ну, блядь. По команде просто выйдите из-под босса и все. Я не понимаю. Здесь без БЛ бить, а там с БЛ. Либо наоборот, БЛ от КД ждать. Короче, тут невозможно упасть. Просто слушайте и все. Значит... Кто первый танчит? Мордонец?
Может, я первый, потому что потом меня сильнее пробивать будет. Ну, вот давай ты первый. Так, ну давайте, палы под боссом. Синтек давай в кружке, я в звездочке. ДЦшник в автономном режиме. Где хочешь, короче. Так, ну звезды, споры, значит, три штуки. Одна под босса, одна звезду, одна в кружок. То есть все понятно. Так, что там, все готовы были? Нет, что-то не видел. Секундочку, масло найду. Обновить надо. Обновляйте. Так, тоже обновлю. На торчевоза на пульте хотя бы первого. Первый на пул отдайте. На пулы на квадратик дайте. На трешевоза все четыре на пула. Там когда меняться, сами скажете, там как вам удобнее. Наверное, на трех стаках тогда я заберу. И это. Все, давайте на счет три пулять. Раз, два, три. Поехали. Истерию дал. Так, споры разносим. Одна под боссом есть? Ниже на ком там? Все три в РДД вроде как ушли. В Мелизоне нету. Там прям один чел с уменьшением убежал в эту звезду. Интересно, кто это был? Зелиан, Войд и Симбион. Симбион, ты где был? В кружке? Я вправо отбежал. Вправо это где? Это где звезда? Да, скорее всего. А что, ты не видишь, что на мне там, блядь, спора, и тебе надо было под босса уйти? Или ты не понимаешь? Одна под боссом, одна в кружке, одна в звезде, сука. Вот в кружке сколько сейчас спор? А, тут все распределились нормально. А, на торчевозе. Все. Блядь, Симбион, а ты еще потом спрашиваешь, блядь, хули вы меня не берете? Ай, блядь, пиздец. Не знаю, что тебе сказать. Скоро я забирать буду. Керус, дай по Войду Иннер. Да. Рейндж хуёвый у вас. Почему шестеро блюет? Мемочка, Батожина, Тень Убийца, Зелиан, два соска, лазерная. Вы стоите, сука, вместе или чё, блядь? После споры вы разбегаетесь на рейндж, в звезду спору. После споры вы встаете на рейндж. 10 метров, блядь. Если вы будете стоять так по 5 человек, вы будете блевать. Когда вы блюете, вы не бьете, не хилите, блядь. Ну, давай поймемся так. Не зыбку дал. Давайте захиливаем. Скажешь, когда забрать, я заберу. Сколько у тебя стак? Ну, у меня еще 40 секунд. Так. Мемочка, давай гимн на ману. Четыре человека блюет. Зелиан. Кто-то с вас в рейнже не стоит. Возможно, я неудачно подошла. Можешь забирать. Я не знаю, тебя не шотнет на трех стаках? Нет, не шотнет. Частицу дайте на торшевоз. Висит, не переживай. Вторую тоже, частицу на него дайте, он только дамаг получает. У кого спала вторая частица? Прием. Симбион палает. Моя на торшевозе. Значит, Зелиан гимн на хп читай. Блюем. Угу.
Блять, Палайт, кинь вторую частицу на этого, блять. Или чья это? На трешевоза кинь. Он это сейчас будет. Симбиона. Ну, так. Сука. Я вас не понимаю, нахуй. Я прошу частицу кинуть, вы не кидаете. Моя частица и так висит на. Да не твоя, другая, блять. Второго паладина. Вы что, румынские разведчики, блядь? Ебаный в рот, блядь. Сука. У меня не зыбка откатила, могу дать. Короче, ладно, просто спамим. Палайт на трешевоза, симбион на мордонса, все. Не так. Да сами разобраться не можете. Я да, сдам, не нет. Сдавай, не сдавай. Блин, я тоже дал. Килай, ты не поняла, короче. Там... Даю им на хп. Там а смысл... можно на одного человека две дать? Да, можно. Я просил на одного две дать, блядь. Чтобы хрен сильнее... с ним, пусть хотя бы по одной держит. Зелен, давай гем на ману. Забрал. Керус, Керус и тень убийц. Нажмите бабу, быстро бабу нажмите, паладин и бабу. По войду киньте иннер. Все, вайп нахуй. Это... Нет, паладин и бабу, давайте, дотки добьют. Там 400 тысяч. Ну там дот накидано. Да и похую это не добьют доты эти. Ну, сотню сняли, даже больше, 120 примерно. Короче, блять, я не понимаю, у кого с паладинов проблема, блять. Да Палайт. Не паладинов проблема, у нас маг вылетел, и его урона желто не хватает. Там маг, это понятно, блядь. Мага не было. Там урона бы хватило, если бы вы по 10 человек не блевали, блядь. Паладины, блядь. Палайт, это твоя частица была на трешевозе? Или симбиона, блядь? Симбион, ты тут? Мой бородонец. Симбион. Да ладно, пусть распределились, и нормально. Блядь, мой я... ДК, мордонец. Да вы даже в рейд заходите, вы сами не можете между собой договориться. Да подождите, подождите. Речь не о том, кто твой ДК. Я тебе говорю, блядь, русским языком. Кинь частицу на трешевоза. Какого хуя ты ее не можешь кинуть? Его бьет одного, нахуй. Он не босс, не кливом бьет. Когда босс 3 стака вдыхает, по танку, блядь, по пол хп, больше пол хп откидывается. У тебя что за проблема? Ты не можешь перекинуть частицу? Почему ты такой, блядь? И почему сейчас на меня-то наехал? Я единственный... Откликнулся, и сейчас ты на меня наезжаешь? Ты частицу не мог перекинуть на трешевоза, я тебя попросил. Я тебе, когда ты говорил это в рейде, я тебя вообще не понял. Ты там много чего говорил. Ебать. Ладно, еще раз по-русски скажу, блять, почему вы не понимаете. Я говорю, когда бьет одного танка, трешевоза в данном случае, босс вдохнул 3 стака с пола, блять. Кидаете 2 частицы на него. Что тут непонятного? Одна частица, этот орёт заливается. Я, блядь, моя на нем, ебать. Ты молчишь, сидишь, нахуй. Как с вами быть, нахуй? Почему вы такие невменяемые, нахуй? Еще потом вы жалуетесь, что вас в рейды не берут. Сука, неужели нельзя перекинуть частицу и хилить? Одного танка, блядь, его бьет. Просто по ренджу, тут сколько? 8, 10, 12? Я же, блядь, нормально говорю, блядь. Ты сидишь, вот симбион, вот ты со стороны как выглядишь? Ты сидишь, хилишь себе, думаешь, а, этот пидор что-то там пиздит, нахуй. Хуяк, частица как была на мордонце, так и есть, нахуй. Мордонца не бьет, бьет трешевоза, нахуй. Мордонец ждет, скидывает стаки, вокруг босса бегает, его нихуя урон не пробивает. Ты с частицей на нем. Вот что у тебя в голове, блядь, ты мне объясни. Если бы ты лично облатился, блядь. Тогда бы другое дело. Ладно, ой, ебать, ясно. Паладином, ё-моё. Ты не холи паладин, короче, да? Пизда, блядь, просто нахуй. Бегите к бусу. Я хуею просто, блядь. Подожди, подожди. Симбион, смотри. Он говорит, чья частица с первого. Палад говорит, моя. Он говорит, второй упал. Кинь частицу на трешевозу. Упал, я первый хуй. Хулипал, да блядь. РЛ сказал то, что я первый хулипал на мародерстве вот этом ДК. Ладно, забей. Второй хулипал, блядь. Это, все, пизду, хватит. Этот, Ирили, давай шкаф там быстрее сумнем, кто бежит. Этот, у тебя есть симбион? Насунул кто-то. Да там Иштара мы кикнули, он офнулся. Этот, что там, есть кто-то есть. На 8 боссов? Сейчас есть у тебя... я посмотрю. Ретрик, у тебя есть симбион? Нету, только хулион лег. Блядь, сука. Ой, я хуй знаю, что делать с тобой, блядь. HPV куда-то делся. Пиздец, ты вообще... Кстати, вот ты... HPV... ВДК, ты здесь? Нет. С КВ, блядь, аренил. Говорит, две арены. Говорю, окей, говорю, нахуй. Рейд уже ребра бьет, арена, блядь. В голове, блядь, у пацана.
Симбион, я не знаю, вот ты пришел на босса, ты понимаешь смысл, вот что мы тут бьем? Мы просто так думаешь, блядь, бегаем здесь или что? В смысле, ты зачем мне это объяснить? Тут пол рейда помирает? Ты на меня зачем это гонишь-то? Ой, ебать. Ты хочешь сказать, пол рейда там померло из-за меня? Да не из-за тебя, просто ты хуй забил, частицу перекинуть не мог, блядь. А чё твой второй паладин нахуй не мог покинуть, кинуть частицу на него? А его частица была на том, кого бил босс, блядь, ты это понимаешь? Или не понимаешь? Тут две ну-ка, скажи, Ник. Вот трешевоза бил босс, блядь. На нем была частица. Вторую частицу еще вы еще не разобрались с этим, блядь? Они не понимают, блядь. Не знаю. Это бред. Короче, надо сейчас это вам, наверное... Надо сейчас говорить вам, наверное, уже конкретно, блядь. Танки, нахуй. Короче, это сейчас по-другому будет этот... Секундочку, я пока БДК напишу в Дискорд. Okay, okay. Мордонец, короче, ты... Как мы с тобой танчили, так сейчас будете танчить, нахуй. Этот самый Мордонец. Ты начинаешь первый. Все напулы на него. Все две частицы на нем, блядь. Все это раз. Да, три стака. Вот вплоть до едкой гнили. Вот это самое... Короче, ты понял, да? И вот после едкой гнили уже забирает этот самый трешевоз, блядь. Ну да, и получается на трех стаках примерно у меня, когда у него только три стака будет на боссе, у меня уже стаки спадут. Вроде бы так получается. Да там похую, как спадут, ты просто заберешь и все. Они минуту висят. Я не знаю, да, тяжело, блядь. Вроде простые вещи, блядь. Нет, ну допустим, я не знал то, что можно две кинуть на одного танка. Можно, ну, надо... можно и две, и три, и четыре. ДГшник ушел в десятку запала. Ну, ГЦ хули, аренщик, блядь. Я не знаю, нахуй, этот Нурик, что там, никого нету взять? Да любого вагона уже возьмите так, для галочки. Кто знает, блядь. Ну вот, Акиса есть. Острогорье. Алуана, если правильно, не знаю, про чё. Ну то, что они есть, это вообще ну, не помогает никак. Вот если они. Ну как предлагают... тебе сказать, Алуана как бы есть, но обычно там его есть, как бы но... нет. Но чисто для галочки сойдет. Ну, где-то давай. 8-10, давай, давай, давай. Ставь этот стык на сумму. Ну, захотят ли они идти? Получается, ну, на уже, три босса, да? Он уже тело идет. Да, на три. Почему три? Раз, два, три, четыре босса. Валька же еще. Хулипалы. Хулипалы. Частицы на Мордонца. Две накиньте. Вот. Одну только вижу. Они потом после взрыва смогут перекинуть? Да. Трешевозом. Да, они все смогут. Ну. Не, просто ну, с другой как... стороны, нет, с другой стороны у них рейд проседает. Блядь. И некогда. Танк падает. Там... В смысле некогда? Блядь. Не успевать. Ёбаный в рот, хватит. Принимайте готовность. Пизду. На трешевоз скиньте, я первый танчу. То же самое. Какой ты первый? Я первый танчу. Мордонец первый. Сука, все заткнитесь, блядь. Мордонец первый. Синтек также в кружке, я также в звезде. Одна спора под боссом, одна в звезде, одна в кружке, блядь. Килай, ты готова? А, ты рыбный пес. Я рыбу ем. Все, едим 10 секунд и еще раз чекаю. Ебать. Бобинхуд, где фласка? Магу надо масло. Бобинхуд, тебе тоже надо обновить. Тень, где масло? А у тебя баночка есть на ХП? А то у меня закончилось. И не забывайте, блядь, РДД, рейд РДД а дохуя. У меня тут нет только сопрота. Стойте на РНЖ. Блюют только три случайных человека. Если кто-то к блюющему ближе стоит, не в РНЖ, там, ближе 8 метров, то вы тоже будете блевать, блядь. А это хуёво может быть для хилов, для... Можем сдохнуть. В предыдущий раз я специально посмотрел, у меня в РНЖ 8 метров никого не было. Сука, я хуею нахуй. Хуярьте босса быстрее, они, Лена. Походу, Лена, ты тут? И он виноват, ебать, по-любому. Да закройте рот, нахуй. Лена, ты тут? Бейте, хильте, мы же не будем падать, нахуй, на первой секунде. Чё у вас за мания, блядь, пиздеть?
Вот три споры. А не одна спора. На мордонцы под боссом, мемочка и это по звезде. Васоска. По звезде по кружку. Может, это я близко к нему подошел? Ну пиздец, я в ахуе с вас. Не, ну он же не запускается. Автоху МБ случайно дал. Да кто-то ударил. Не, ну он меня ударил. Получается я, но я его левой кнопкой, правой кнопкой. Может, тебе шипы кто-то дал по тебе? Блять, вы можете не флудить нахуй и закрыть рот, блять. Вот 5 человек, 6 блюет. По какого хуя? Синтек, киртал, лазерная, блять. Сейчас вот они сдыхают, видишь. Блять, вы не понимаете? Они близко ко мне подошли, я ровно между ними приткнулась. На ровно эти 8 метров. Керус, синтека рез и синтек лазерную. И быстрее. Синтека сразу забафать. Я не разорвал. Пиздец, блядь. Каш, когда забирать мордонец? После едкой гнили ты забираешь. Окей. Вот сейчас третий стак босс будет вдыхать. Вот три человека, вот нормально, блин. Вот третий стак босс забирает. По рейду дамага уже нету. Сейчас хил только в танка идет. Вот споры ставим. Споры там немножко подамажит. Пару тысяч. Все 5 хилов хилят мордонца сейчас. Сдашь из баунт? Да, он даст. И на следующий. Он даст. Дальше с баунт пайлайт массакру. Мемочка гимна хп. Понятно, блять, ложимся. Это вы, это вы когда сдохли, лазерная синтек в частности, вы не словили споры. То есть там сколько вот, первую проебали, ну первую вынесли, ложитесь и стоп хил. Два стака не хватило на вас. Паллайт массакру давал? Конечно. В каст я так гнили попал или после дал уже? Ну как только ты сказал, я сразу брожал. Ну, когда каст закончился, у тебя уже висела массакра, или уже когда кастовалась еще висела? Не обратил внимания. Ну, понятно. Может, как ты предлагал, сделаем. Первые 300 кословим, а потом... Да, так. Но я не знаю, мы выживем ли после такого или нет. Да, после такого, блять. Не, ну кто-нибудь незыбку, массакру дадут, может и выживем. А, у меня массрез есть, да? Сейчас. Массовое воскрешение, блядь. Ты сейчас только не давай, там может КД быть. Получается, я давал массрез, у меня 2 секунды КД. Я по кому-то даю сейчас. Не, не получается. У челика КД. В КД, все что ли? Ну я тебе говорил, 2 секунды у него КД было. Он, ну сейчас я пойду. Потянь убийцы, да. Челока еще резнем. Это Рили, давай шкаф. Встаньте на рейндж нормально, блядь. Если увидите с вами рядом человек, отбегите, блядь. Пожалуйста, я пойду на меня. Понимаю, что эта фигня неправильно показывает, потому что у меня никто не отображается на рендже 8 метров, но на меня действует этот газ. Забейте, чтобы было проще. Потому что он, видимо, на тебя рыгнул. Просто человек под газом немножко ходит в стороны. Этот газ кидается на 3 случайных людей. Если кто-то с ними стоит в рендже ближе 8 метров, они получают тоже такой же баф, блять. А там написано, на сколько метров он действует. ДПМ ставит 8. Нет, оно не работает так, когда вам мало, потому что ты двинешься чуть-чуть под этим газом, пока блюешь, и заблюешь кого-то поблизости. Я так стояла ровно на 8, видимо, между синтеком и хантом. Они не были у меня в рендже 8, но все равно попали. Вот об этом вопрос был, тогда 10 поставлю. Мемочка, вставай. Вы сильнее рассоситесь. А то мне кажется, вы слишком тесно стоите.
Может, я с Герой путаю, но мы довольно сильно рассасывались в Гере. Но думаю, сейчас нормально стоят. Так, Зелен в комнате. Давайте проверка. А квест-то у нас не провален? Нет. Нет, он еще даже не стартанул еще. Так. Килая. Палая, чего не хватает? Бафую. Писал, что отбегу. Чай Килая подойдет, будем начинать. Только не спульте босса, блядь. Не шарится квест, потом возьмешь. Килая, мемочка, шкет, вы тут? Сейчас рыбу поем. Шкет, мемочка, вы тут? Шкет тут, мемочка тут. Ага. Все, рыба 5 секунд. Принимаем готовность. Ой, готов. Синтек и трэш. Трэш готов? Сейчас, одну секунду. Трэш его слишком долго. Все, приготовились на пулы. Да сука! Блядь, что с... Бейте фулл ДПС нахуй. Блять, я охуею с вас, нахуя вы так делаете, блять? Пиздец просто, нахуй, нет слов. Чемпион, дай сокру на рейд. Подхилить получше. Угу. Вот, два хила бьет и алкоплеер. Споры сносим. Две споры в одну забежали почему-то. Под боссом есть, нет? Вот иди под босса быстрее, Луна. А, молодец. Больше по танку работаем, сейчас вдохнет второй, это третий стак. Будет только по танку дамаг идти. Споры. Звездочку под босса. Угу. Он уже вздохнуть должен был. Да, готовьтесь, скоро будет это, едка. Палайт массакру. Мемочка на ХП. Ну, с незыбкой оно стакается. Маг сдох, блять. Маг, ты споры не ловил, блять, сука. А зачем магу вообще споры собирать? Так он сдох, как бомж, нахуй. Давайте захиливаем. Не так сказал. Зачем скиллованному магу споры собирать? Все, хватит. Ой. Ага, забыл. Чё ты не забрал, да, Симон? Это в стаке, да. Ложитесь.
там все мили, наверное, снесло. Хуй знает, блядь. Вы в облаках где-то летаете, блядь. Ну да. Трешевоз летает, ты летаешь, блядь. На 10-м стаке взрыв происходит, да, блядь, охуенно. Только сейчас узнали эту хуйню, да? Бежим, блядь, чинимся в начале инста. Поверишь, если скажу, что да. Только узнал. А, ну вот. ГЦ. Не, на самом деле нет. Ну я бы не поверил, ты вроде как должен знать. Аддон, который кто начал бой, блядь, я бы такой аддон называл вычисли пидора, блядь. Скорее всего, на пул рано дали, из-за этого босс согрелся. Просто какой-то хан тыкнул правой кнопкой по боссу, его пет пошел и спулил. АФК-плеер я посмотрела, вроде он первый на пул давал. Что скажешь свое оправдание, блядь, АФК-плеер? А ребро кто сагрел-то? По-любому. Ну а что сказать? Нахуя ты на пул дал и стоял? Если что, на пол не пулит боссов. Ну да. Наверное, автоатака только пулит или атака питомца. Понятно, хули, блядь. Весело, блядь. Нахрен я тупин? Короче, я вам так скажу, блядь. Меня эта хуйня не прикалывает совсем, блядь. Вроде адекватные люди собрались. И... То рейндж, блядь, то танки не стаунтят, то еще какая залупа. Сейчас, если мы вайпимся на этом боссе, блядь, еще раз. Мы даже вальку хилить не пойдем, я просто распускаю вас. Идете, ну, все на расслабоне идут. Так что, смотрите, это последний пул. Просто идем отдыхать, блядь. Я ебал. Всем все должно быть понятно, что делать, блядь. Газ, газопар... Ебать, хуй прочитаешь. Маг, газ, блядь, тут? Да, тут. Ты босса тактику знаешь? Да. Как ты сдох? Затупил. Тут глыба должна быть, если не ловишь споры. Или лови споры. Тень убийца тут? Рисую. Это уже не прикольно, блядь, а хуй знает. Тень убийца. Еще, блядь, люди АФКшат нахуй. Упали, АФКшат, блядь. Тень, ты тут? Охуеть просто. Ешьте рыбу пока. Лупстай можно убрать. Да, даже нужно. Блядь, тень убийца. Ну что за хуйня? А его друид что, не в гильдии? Что-то не могу понять. Друид нет. Охуеть просто, блядь. Где там скидывали ДПС? Диси. Флут? Нет. Чё, скиньте скрин с сурка. На крана я обрезать не буду. Угу. Куда-нибудь походилку сейчас кину. Блядь, тень убийца, ты почему так долго фкашешь? Я сказал, что отойду. Давай и жри рыбу. Почему жри долго? Рыбу. Две минуты ровно. Ну, у меня там общий не показывается, единственное. Фул баф, давайте ему. Пристабаф. Всю хуйню. Все, вставайте по местам. Не пульте босса, уберите петов, блядь, своих. По отсчету танк будет пулять. Припоты из готовите. Из таргета босса. Из таргета босса. Кроме воида уберите все. Тела готово? Так, все готовы. Мордонец на счет три пуляешь. Раз, два, три.
ебашим. Споры. Одну под босса. Угу. И на рейндж. Хорошенько встаньте. А то сейчас будете обливать 10 человек, мы сдохнем. Блюющих захиливаем, 3 человека, все нормально. Три спорки разносим. Я в звездочку унесу. А, ты под босс, окей. Тогда печеньки останутся. В мелизоне две, в мелизоне. А чё в звезде я не вижу, алло, блядь? Ну чё за хуйня, я без споры теперь, блядь. Вы что, сука? Ясно все с вами, нахуй, вам просто похую. Кто это был? Хурюк, лазерная Килая. Килая, ты где, в кружке была? Да. Ну и вот. Я смотрю, вторая спора полетела под босса. Лазерная, Хурюк, что скажете, блядь? Скажите, блядь. Хурюк, он в мелизоне стоит. Да люди из города. Я не видел, что под боссом стоит. Я туда понял. Блядь, я не знаю. ДБМ показывает, на ком споры. Если это мелик, то логично, что оно в мелизоне. Рарник, короче, на едкой гнили на войда дашь каплю. И по себе там что-нибудь, или БЗ, или бабл чем-нибудь дай. Не знаю, спасусь, нет. Могу зубы на тебя дать. Макдональдс, я забрал босса. Ты... Ну зачем-то еще шот нет. Короче, частицы на трешовоза перекиньте. Ты так не делай, блядь, сочный нахуй. Частицы две на трешовоза перекиньте. Прием, два пала. Вторую тоже перекинь, спасибо. Смотрите, едкая гниль. Давайте, фул прожимки. Вот газ лопаты, вообще ему похую, блядь. Ясно, нахуй. Газ лопата, я хуй знает, тебе просто похую. Скорее всего, он с тобой не залутал там. Просто он, ну, маг нахуй без глыбы, вот и все, вот и все, блядь. Пиздец. Говоришь одно, нахуй, вы танки не понимают, нихуя, вы, блядь, не в рейндж стоите, маг глыбу не жмет, блядь. Давайте хуярим, может убьем. Никого не уронить, старайтесь. Макдональдс, ты стакаешь на себе штуку, ты сейчас взорвешься. Кто стакает? Босса сейчас кто держит? Трешевоз. Так сделайте, чтобы трешевоз держал, блядь. Ничего не должно на нем стакаться, блядь. Вы что, сука? Блядь, отойди, Макдональдс, куда-нибудь. Я сейчас ебанусь, нахуй, с вами. Не, надо. Причем я же. Не знаю, может таргет забанил. Ну смотри на стаки, на свист. Сколько у тебя сейчас стаков? Ноль, что ли? Ноль? У меня с боссами стаки. Все, тогда забирай босса. Кто там говорит, блядь? На Мордонса частицы две обратно кидаем. И вторую. Да кто там говорит, блядь? Алло. Сука. Охуеть, мемочка на хп читай. Да выруби нахуй. Кто там говорит, сука? Ёбаный в рот, блядь. Это мага кто-то там говорил. Это там уже дали мод, спасибо. Так, у кого сейчас незыбка из вас есть? У меня есть. И чё до берсы, скажите? 54. 8 лямов. Мемочка гимноману. Нет, или... как тебя. Сейчас даст этот. Трешевоз даст. Готовься на едкую гниль. Давай, трешевоз. Сколько секунд до бирсы? 30. Мемочка гим на хп и зелен гим на хп. Все на хп даем, все присты. Хилай, потом выйдешь тоже. Блин. Сразу давай. Сразу давай, сразу как выйдешь. Ага. Даем. Давайте. Сбил. Трехуярим. 10 секунд. Аллилуйя, блядь. Газ лопата, я в ахуе с тебя. Классные ноги выпали. Так, я вам по одному ДСу давал, да?
Ага. Он походу сам еще от компьютера, что ли? А ты кому ДС дал? Ты же один ДС. Да, да, у меня твой в сумке. Короче, третий себе закину просто. Бля, почему лопат? Там не знаю. Лопат, блядь, да похуй. Газы. Вот, вот эту хуйню килая сочно. Лопат ли, блядь? Там надо копать. Я хуёво прочитал там, не знаю, сори. Хуёво. Так, трешевоз. Если там вдруг окажется, что кому-то шмот не надо, типа, то второму передайте. Ты мне закинул, зачем? А куда? Трешевоз? Сейчас килает, да. А, да, блядь, я думал, Батожина. Батожина, не кидай ролл, блядь. Кидаю только два человека. Вот теперь тебе. Давай 5 минут покурим. Да вы охуели, блядь. Я уже полчаса курю, нахуй, на этих вайпах. Не-не, изнеможение спадет, мы убьем нормально. Подростом. Да, идите курите. Сейчас я хожу, надо ли вообще это кому-то? Значит, пусть изнеможение спадет. Кирталу закину на распыл, где он там, блядь? Киртал на распыляет хуйню. Хотя подожди, это что такое? Это кисти рук? Короче, мне дашь. Тоже на пук или что? Киртал не распыляй. Вот эта хуйня надо кому-то, у кого-то есть квест на кровь. Квест на кровь. Прием, блядь. Нету, я понял, все. Короче, курим, да, пока рост спадет, чтобы, блядь, поспокойнее было. Блять, у меня Вуду ебанулся, заебал, какую-то хуйню спамит. А, это частицы, наверное, кто-то перевешивает, я понял, блядь. Норик, оба тоже на твой лог? Нет. Это пук, походу. Я хуй знает, кто это, я думал, это с лолов. А я думала, что это Нурика. Нет, это не мой. Это, короче, ну, засланный казачок, да? Какого хуя я, говорит, не могу ролить? Хорош, ебать. Давай посмотрим. В любом случае он не сролил. А я думаю... У него ролл меньше, чем у Нурика и Килая. Ну все, блядь. Ну ты понял, да, куда ты попал, Батожина? Я думал, ты с Лолов, блядь. А ты вообще без гильдии? Хули ты без гильдии? Заходи вон в Лол. Будешь по ИПГП лутать, нахуй. Килая, это где? Это что надо? Или в этот... Этот Батожина, блядь. Сука, что у меня с телефоном? Вырубился, что ли? Или в этот, как он называется, в шляпу кабана заходи, там по консулу. Что нравится больше? Я лучше сам, чем с такими товарищами. Ебать, только не начинай. Ну, ты не сам, ты уйдешь. Знаешь, Лок, не тебе с флаской ЛК и опять без масла что-то говорить про товарищей. Да,